Ассаламу алейкум, друзья, всем доброго утра. 25 минут, завершаем поездку. Пассажиры написали: здравствуйте, подождите, идем. Что-то вообще нету заказа. Вот мне, наверное, заказ. На прошлый выпуск был победительница. Пути были 23 минуты, указывали 75А. Друзья, мы уже возле дома. За сегодня заканчиваем смену. Ассаламу алейкум, друзья, всем доброго утра. Вы на канале Мирджалал Касимов. Я работаю в сфере такси, город Владивосток. Время у нас уже 6 часов 42 минуты, понедельник, 20 мая. Мы выходим сегодня пораньше. Дальше я стараюсь выйти пораньше. Вот 2 дня я отрабатывал смену с обеда. Заработки были сам по себе. Ну, вы уже сами уже видели. Поэтому выходим пораньше. Заработки будет более-менее нормальные. Надо зарабатывать деньги. Это как бы... Я не могу себя оправдывать. Я работаю без выходных. Мне можно? Нет. Я работаю без выходных. Тогда лучше отдохни и нормально работай. Так и можно сказать. Если вы заметили, со сегодняшнего дня у нас изменились лужи. Имею в виду, до этого у нас были синие зоны, а теперь они превратились на черные зоны. Выходим на смену, посмотрим, как будет, что будет. У нас подключен 2 тарифа, эконом отключен, но сегодня понедельник, поэтому будем откатать эконома. У нас уже все готово, пока еще я не подключил эконом. Выходим на линию, ждем заказа, заходим. Тарифы. Подключаем эконом. К70 горит. А за сегодня у нас 0. А нам дают вот такой заказ. Это по тарифу эконом. С КФМ плюс 230. Принимаем. Едем, чтобы подаваться. Время 6.46. За сегодня километраж 0.00. Выходим на смену. Вам хорошего просмотра. Нам хорошей кассы, друзья. Поехали. Нажимаем на месте, куда мы едем. Мы едем на Русский остров. Ну, нормальный заказ. Ну, что такое? Ну, рекламная пауза. Ну, что такое? Ну... Друзья, если вы в поисках надежного парка, то я вам рекомендую сертифицированный таксопарк «Эксперт Парк». Я сам лично работаю в этом таксопарке и вам тоже рекомендую, чтобы работать, зарабатывать вместе с нами. Они подключают всех водителей из всех регионов, с Калининграда до города Владивостока. Всего лишь 50 рублей комиссия парка – это самый хороший вариант для всех водителей, тех, кто работает в такси. А если вы хотите работать на доставке, заказывайте термокоруб. Термокоруб доставляется по всей России бесплатно. 4 вида моменталок, вы можете выводить свои деньги в любое время. За приведенного друга можете зарабатывать 1000 рублей. Они начали сотрудничаться с парковых самозанятых. Они подключают самозанятых водителей. Эксперт парк 2.0. Не забирают ни копейки с недельные бонусы, цели, лужи. Ничего не забирают. Всего лишь будете платить 50 рублей и работаете, зарабатываете. Собственный колл-центр 24 на 7. Они отвечают на все ваши вопросы, они решают любую проблему, даже если вас заблокировали. Я всегда вам рекомендую самого хорошего, надежного, одного из самых крупнейших таксопарков по всей России – «Эксперт Парк». Подключайтесь, все данные будут в описании, на экране тоже. Звоните, вам отвечает живой человек, а не какой-то там робот или бот. Пути были 25 минут, завершаем поездку, 765 рублей, это за сегодня у нас первый заказ. А, когда я был уже в пути, я отключил тариф эконома. Выходим на линии, как-то по радару показывает, здесь есть кафе, ну, с утра сложновато. А синие зоны уже начали гореться. Вот так. Давайте сейчас подключаем тариф эконома. И ждем. Если не будет заказа, потихоньку передвигаемся в сторону центр. То есть город.
Нам дали проводник, значит, здесь нету заказа, поэтому передвигаемся в сторону город и принимаем заказы с точка Б. Это хорошо. А у нас подключен эконом даже. Приняли заказ, 2,7 километра, 6 минут подача. С кэфом плюс 450. Мне показывает точку Б, мы едем на Острякова. Ну, не знаю, за сколько мы едем. Вот сейчас я вам показываю. Острякова. Ну-ка, на учебный корпус. 13 километров, 25 минут показывает по навигатору. Ну, плюс 450. Наверное, эта поездка должен быть примерно 700 или 800 рублей. Это по тарифу эконом. Заказ отменили, а мы уже ближе к черной зоне. Вот сейчас по карте я вам показываю. Ну, не так уж далеко. И оттуда принимаем заказы. Наверное, так будет попроще. Мы уже на черной зоне, выходим на линии, подключен тариф эконома. Приоритет у нас превратился на 13. Мы видим уже точка Б, поэтому ждем заказа. КФы горят, 260, 260, 320. Вот так. Вот вам КФы. А нам дают вот такой заказ. Принимаем с КФом 100. Первый заказ с черной зоны. Едем, чтобы подаваться. До пассажира не так уж далеко. И ну-ка, откуда мы забираем? 19-й. Да, на Каплунова. И поездка состоится не больше где-то там сколько? Ну, 15 минут, 4 километра. Этот заказ во внутри черной зоны. Короче, с черной зоны на черную зону. Ну, слушается как-то неприятно. Черная зона. Ну, синяя зона был бы лучше. Вот так. Едем, чтобы поддаваться. Все, мы на месте, ждем пассажира. Пассажир попросил ему не звонить. Окей. На Каплунова. 4,4 километра. 15 минут. Надеюсь, что будет 15 минут. Пешали 18 минут, а мы проехали за сколько? За почти 20 минут, ну 19. Завершаем поездку. Что показывает нам эта поездка? Ну-ка. Спасибо за поездку. 400 рублей, в том числе бонус 118. Что вы не оставили в автомобиле свои вещи. Сейчас зайдем и уточняем, что там вообще-то по поводу этого заказа. Сегодня 262 показывает, 282, повышенный спрос, но пока еще отмена транзакции, сумма на 19. Хорошо, когда обновляется, я вам буду показывать. Выходим на линию, мы на черной зоне, и я отключил тариф эконома, честно говоря. Чуть-чуть буду подождать, если не будет заказа, то я подключаю. А нам дают вот такой заказ по тарифу комфорт. Принимаем, едем, чтобы поддаваться. Короче, эта поездка обошлась нам, ну, то есть, имею в виду, мы получили 282, еще бонус, ну, примерно 300 чем-то рублей, ну, 400. С вычетом комиссии осталось 331, ну, примерно было это 400 рублей поездка. Ну, думаю, нормально, по тарифу эконом. Но все равно я не смог понять, вот утром я вам объяснил, он не рассчитал, наверное, так. Ну, не знаю, просто сейчас нет времени, чтобы взять калькулятор, сидеть, рассчитать, посчитать. Ну, в концу смену, наверное, подведем итоги. Именно в тот момент я вам расскажу, что было, как и было. А у нас следующий заказ по тарифу комфорт. Едем поддаваться. Это за сегодня третий заказ будет. Вот что-то я смотрю в чате у нас, в Телеграме, пацаны отправляют скриншоты, там у них рассчитано чуть неправильно. Как-то я не понял, почему так.
Именно потому что там 20 рублей, 30 рублей, 40 рублей им вот дали, то есть бонусы. Например, поездка была там 300 рублей, от этого они вот получили сверх 60 рублей. Ну не знаю, так не должен быть. Или вот мне показывает наоборот, 282 и бонус 118. Ну, в общем, где-то 400 рублей была эта поездка. А для них это сколько? Ну, давайте я лучше вот здесь поставлю вот скриншоты, пацаны, которые они отправили в Телеграме. Вот в нашем чате мы обсуждаем. Вот они отправляют. Вот заказ 294, бонус 22 рубля. А у этого тоже 20 рублей. Ну, не знаю. Не знаю, кому как. Наверное, это был эксперимент для Яндекса. В других городах как обстановка, я не знаю. Пока еще по поводу этого нету никаких информации, потому что с этого дня это начался. И будем узнавать. Может быть, это эксперимент Яндекса. В дальнейшем, наверное, будет лучше или хуже. Ну, кому как. В пути были 38 минут, завершаем поездку, 534 рубля. Еще там должен быть бонус, ну не знаю сколько, в том числе бонус 409 рублей. Ну нормально. Ну не знаю, вот в чате кто-то ноет, а кто-то говорит, что все хорошо. Знаете что, вот я вот в чате тоже отправил эти голосовые сообщения. Просто надо работать. Вам никто ни за что не отдает деньги. Вы не можете зарабатывать, просто ничего не делая, большие деньги. Просто для этого надо трудиться. Это поймите, пацаны, те, кто смотрит меня. Я не говорю, что вы лентай, ну и так далее. Вы с утра проснулись, хотите зарабатывать. Но чтобы зарабатывать большие деньги, надо трудиться. Я не говорю, чтобы идти за копейки надо работать. Просто с умом надо работать. С умом надо работать. И в этот момент можно зарабатывать хорошие деньги. Да, может быть, кто-то обидится на меня, что вот ты почему так со мной разговариваешь, или почему ты так объясняешь нам. Просто так вам никто ничего не отдаст. Знаете этого. Я принял заказ Жигура 26 без коэффициента по тарифу комфорт. В конце этой поездки я вам расскажу, как рассчитается эти черные зоны, короче. Как рассчитаются эти черные зоны. Всем это неизвестно, всем интересно. Никто не может правильно рассчитать. Ну, это просто обычная математика. Здесь нету ничего сложного. В пути были почти 9 минут, 189 рублей. Это был с черной зоны. Теперь возьмем калькулятор. Заходим в калькулятор. 189 будем умножать. 1,7 или 1,8 был. Давайте делаем так. 340 рублей. Так и должен быть. Ну, 300 чем-то рублей должен быть этот поездка. Смотрите, вот 340. В этом числе бонус 151 рублей. Вот и вам доказательства. Теперь зайдем на тот заказ, который мы сделали за 900 рублей. Вот этот был. Да, вот смотрите. Вот здесь есть гарантия спроса. Поездка без спроса 429 рублей. Гарантия спроса умножена на 2х2. И выходит бонус 409 рублей. Повышенный спрос был 105. Это был КЭФ, ну имею в виду. Что хочу сказать, свое мнение, есть еще, действует черная зона у нас, да, еще есть время, 10 минут, давайте передвигаемся в ту сторону, и пока мы едем, я вам расскажу свое мнение, что я хочу вам сказать, можно работать, друзья, не обращая внимания на утренние кэфы, вы просто можете катать заказы с лужи. Кому как, если вы делаете короткий заказ, вот имея в виду, например, по 150 рублей, и вы сверху получаете 150 рублей, ну, когда там два, ну, черная зона, когда 2 или 2,2, вот так. Например, поездка была за 200 рублей, вы получаете там еще сверху 200. Когда 1,8, 180. Когда 2,2, 220. Ну, обычная математика, нету ничего сложного.
Если вы принимаете заказ, например, с кэфом плюс 200, поездка состоится 200 рублей, то есть без повышенного спроса, общий там вы зарабатываете 400 с кэфом и обычной поездкой. А вам еще перечисляется 200 рублей бонус, когда черная зона 2. Или 2.2. Ну, короче, вы поняли, обычный калькулятор, и просто можно зайти в приложение, и там показывает, сколько был поездка без коэффициента, и сколько вы зарабатывали за бонусы. Ну, просто, когда что-то изменяется, вначале будет сложновато до осознания, что происходит. Когда вы уже все знаете и можете работать как хотите. Вот так. В пути были 15 минут, это тоже с черной зоны. 380 должен быть, если не ошибаюсь. Ну-ка, ну чуть больше, 387. Нормально, у нас отключен эконом, только катаем комфорт и комфорт плюс. И думаю, это нормально. Нету кэфа, время уже 10 часов у нас. В 12.00 я должен идти на ТО, на замену маслу. И где-то буду тратить не знаю сколько часов. Общий там, ну, 12.00. Перерыв будет на где-то 3 часа. И когда выхожу, держу вас в курсе. Ну, пока что катаем. Пока что катаем. Вчера ночью тоже был дождь. Позавчера тоже так же. Сегодня, наверное, тоже так же будет. Вот, вот такие лужи. Днем хотя бы видно, вот смотрите. А ночью ничего не видно будет. Время 11 часов 22 минуты. Что-то вообще нету заказа. Вот мне дает заказ. Только что взял на руку камеру. Говорю, что нету заказа, а мне дают заказы. Тогда вот каждый раз надо взять руку камеру, чтобы мне дали заказы. Ну, просто я стоял, жду заказов 15-20 минут, нету коэффициента, не хочу катать эконома, только хочу катать комфорт и комфорт плюс. Я уже хотел идти на заправку, на молодежку, и именно там по делам надо заехать, чтобы почистить вентилятор батарейки. Это у меня сзади на сидушке. Те, кто катается на гибридных машинах, они знают, что надо чаще, хотя бы за 3-4 месяца один раз почистить вентилятор батарейки. Как же хорошо, когда нету большой очереди. Я в основном заправляюсь здесь, если вы заметили, здесь пробег хороший будет. Я заправляюсь с 95-го, и что, первый там спереди, спереди же свободно. Mitsubishi, давай, давай, вперед, Outlander. Можно же проехать вперед, да, вот, красавчик, красавчик. 699 по номеру. Заправляемся полного бака, 95-го. И дальше нам надо пройти туда вперед на шиномонтажку. Наливаем 95-го на 2500. На 2200 стало полного бака. Обнуляем трип А. Посмотрим, сколько мы проедем с полным баком. Ну, 750-800 выходит каждый раз. Вот так. Прямо после заправки, вот здесь есть шиномонтажка, и здесь делают там замена масла. Ну, я заменяю масло в другом месте. Здесь сейчас будем почистить вентилятор батарейки. Все, мы на месте, заезжаем. И хорошо, здесь тоже нет большой очереди. Заезжаем и буквально будем тратить там 15-20 минут, и все. Почти 6 часов был машина заведен. 100 километров мы проехали, 17,5 расход. Все готово. Би ставим на 0 и все. Поехали. Мы на второй речке. Сейчас будем мыть машину. Как раз здесь все свободно. Зайдем. Вот. Вот, вот здесь. Сейчас будем мыть машину и
как раз время обеда, будем поесть и дальше выходим на сегодняшнюю смену. То есть продолжаем сегодняшнюю смену. Все, машина чистим в состоянии, заканчиваем мойку. Сейчас теперь надо поесть, время уже 19. Сколько там было? 13:33, час. Сейчас будем поесть и дальше будем продолжать. Ровно потратили 2 часа, время 14:05, выходим на вторую часть, нашу смену, поели, помыли машину, ТО прошли, почистили вентилятор, батарея, и все, у нас все готово, мы можем выйти на линию, сейчас надо посмотреть радар кэфа, какой кэф горит по городу. Мы катаем пока что только комфорт и комфорт плюс. Если хорошие кэфы, то можно катать эконома. Нет, она того не стоит. Продолжить. И все. Эконом 40. Комфорт 30. Комфорт плюс 150. Выходим на линию. Ждем заказа. Нам дают вот такой заказ по тарифу комфорт с кэфом плюс 110. Принимаем, едем, чтобы подаваться. В пути были 35 минут, 629 рублей. Завершаем поездку. Ждем следующего заказа. В пути были 26 минут, почти уже 27. Завершаем поездку. 500 чем-то должен быть. Это был с черной зоны. А нет, 414. Ну, я как-то неправильно, наверное, рассчитал. Да ничего, наверное, этот заказ был с кэфом, поэтому. А у нас следующий заказ. Едем, чтобы подаваться по тарифу комфорт. Идет платное ожидание, но пассажир мне звонил. Он сказал, сверху отдам за ожидание 300 рублей. Поэтому ждем. Наверное, так и будет. Потому что это по тарифу комфорт, не эконом. Я мог бы отменить и уйти, принимать следующий заказ. Но как-то он звонил и сказал, что будет переводить 300 сверху. В пути были 21 минут, просто пассажиры не смогли изменить адреса, я сам мог бы. Ну, сказали, что да, не надо, давайте сначала на Красном Знамени, потом на Гоголя. Мы на Гоголя завершаем поездку и 426 рублей должен быть заказ. Они сказали, что оставили чаевые 300 рублей. В конце смены это тоже будем проверить, именно этого заказа. Завершаем. Ну-ка, сколько будет? 428 плюс 300. 728, нормально. А мы на черной зоне. Да, на черной зоне. 2Х. Выходим на линию. Ждем заказа. У нас только два тарифа подключен, да. Комфорт и комфорт плюс. До скольки действует черная зона? Да, 18:39. Тогда надо подключить тариф эконома. Еще осталось 4 минуты. И все. Ждем заказа. На прошлый выпуск был победительница, оказывается. Вот я написал им, и они ответили мне. Дописать, вот, здравствуйте, хорошо, окей, отправляем, вот, 5850, здравствуйте, Мирзаул, это моя жена, ответила и угадала, она ответит попозже, после работы, я сам работаю во Владивостоке в такси, и мы с ней смотрим твои видео, ты крутой, спасибо, спасибо, все, будем ждать, и отправьте реквизиты, напишите мне в Телеграм, я отправлю вам 1000 рублей, вы были победители. Было написано 24 часа назад, а мой видео опубликован только что, где-то 36 минут назад, вот так. А нам дают вот такой заказ, прям по комфорт плюсу, с черной зоны, без коэффициента. Едем, чтобы подаваться, если не отменяют заказ. Едем, едем.
Да, вот проверили, именно этот пассажир, оставили чаевые 300 рублей. Ну, спасибо, красавчики. 428 рублей поездка, 300 рублей чаевые. Приятно, приятно. В пути были 5 минут, 162 превратится на 300 чем-то рублей. Проехали спасибо, 1.5 километра. Все, черной зоны уже нету. Теперь только катаем комфорт и комфорт плюс. По городу 6 баллов пробок. 6 баллов. В пути были 23 минуты, указывали 75А. Я, когда они присаживались, я задавал вопрос. На Луговая 75А, они сказали да. Оказывается, им надо на 57А. Завершаем поездку. Это, наверное, за сегодня у нас передпоследний заказ. И сейчас будем ставить кнопку «Домой». Для улучшения качества обслуживания поставьте на и принимаем заказ с центра. Русская 59/5. Поехали. И едем в сторону центр. И оттуда получаем какой-то заказ с кэфом. Комфорт и комфорт плюс. И все, за сегодня завершаем смену. Время 22:20. Друзья, мы уже возле дома. За сегодня заканчиваем смену. Долго вас не будет держать. За сегодня сколько мы проехали, сколько количество заказов. Давайте подведем итоги. За сегодня 19 заказов на кассе 7920 рублей. Вот такой цифры, вот такие результаты за сегодня у нас, друзья. А по километражу мы проехали 268 километров. Думаю, хороший результат. У кого какие результаты, напишите в комментарии, я обязательно буду прочитать. Пацаны уже закинули в чате, сколько кто зарабатывал за сегодня, сколько количество заказов сделали. Всем большое спасибо, друзья. Я с вами попрощаюсь в таком хорошем настроении. Берегите себя и своих близких, это очень важно. С вами был Мир Джалол Касимов. До скорой встречи. Пока, ребята.